Ни в Украине, ни в России, ни в Молдове, ни в Румынии, нигде. Если нет, так это просто сувенир. Они решили оставить это здание в память того, что происходило тут в 92-м году. Да, это... То есть это следы от пуль? Это следы, да. По итогам референдума 2006 года есть очень четкий выраженный курс на интеграцию, и вхождение в состав Российской Федерации. Плохо, хорошо, но у нас свое. Сколько лет держимся? Хлеб жуем, воду пьем. Мне такая жизнь устраивает. Ну, хотелось бы вот... Я бы с удовольствием уехала бы в Россию. Дальше учеба, потом в Москву поеду. И в Москве уже буду по профессии работать. А чего не здесь? Хотите остаться? Чего хотите в Москве? Ну, не знаю, как по мне, тут нет больше. Чего? Ну, заработок маленький. Выехать из той молодежи, которая здесь хочет остаться. Не факт. Да. Не хотим говорить много лишнего. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь было как-то все налажено. А понимаете, как оно может быть налажено? Да, рабочие места однозначно. Рабочие места и повышение, да, уровня жизни. Чтобы и молодые оставались, потому что очень большое количество молодых уезжают.